даже собак привлекли. Не знаю, видно собаки. Две собаки работают там. Ну, дом немного прям, ну, вот видно сбоку, что загнуло, что я даже не знаю, как это объяснить. Придавило спасателя, вон он там рукой машет. Немного так плиты придавило спасателя. Ты уж какой. Пытаются вытащить. Вернее, не придавил, я так поняла, что он провалился. Кричит так, окнами, смотри, поставили лавочки, вот люди. Так, а вроде как они перестали, больше ничего не делают, они сейчас это сканируют дом какой-то системой струна или какая-то такая на разрушение. Наш дом, кстати, тоже сканируют, потому что у нас, оказывается, даже с другой стороны дома, с противоположной взрыва, на первом этаже даже окна вылетели. Ну, то есть не эта сторона, которую смотрела, а с другой стороны, со двора. Все, а мы забираем кошек на дачу. Уже кот даже хочет с Мисси познакомиться. Надеюсь, он ее не обидит. Итак, прошло 3 дня или сколько. Ну, короче, вернулись мы с дачи. Мы на даче были, пока это все тут происходило. Вот, вот такие новости. Да. Люди даже вещи не могут забрать никак оттуда. И у нас улицу все перекрыли, видите, забор поставили. То есть тут вообще теперь не заехать, не переехать. Стоят заборы. И с одной стороны, и с другой стороны забор теперь тоже. Вот. И смотрите, как они прорыли до самого первого этажа. То есть все очистили. Вот. А тут вообще аж насквозь аж окошко видно, вот смотрите. То есть одна стенка осталась. Ага, насквозь пробила почти. Ужас. Сейчас